времени. Окей, ставим. Сейчас она подойдет, наверное, я не знаю, боюсь. Мы сейчас вот это, кафешку искали. Смотрим, тут такие штуки, рыбы плавают, вот они, да. Это. Мы были такие голодные, что решили как бы сами накормить рыб, да. Сюда? Вот это вызываться? Ой. Да, тебе уже говорят, что ты сама тут... А я не знаю, к каким вот к этим или к тем, какие меньше голодными выглядят. Я не знаю, слушай. Я боюсь. Они мне до мяса не съедят. Для меня это как-то, они сначала, короче, их тут подкапливают, а потом они, короче, вот... Из них делают блюда, и тут народ кормят. Не знаю, я просто первый раз, тетенька не понимает, наверное, что я первый раз. Думает, что я тут должна одна разобраться, а я боюсь. Сейчас, мне нужно, чтобы меня за ручку взяли. Они говорят, что показывают, что надо туда ноги засовывать, и все. Я, короче, я не знаю. Не хотят, я боюсь, короче. Я боюсь. Мама. Короче, ладно. Не, а вдруг я что-нибудь не так сделаю, блин? Я не знаю. Окей. Куда? Вот так? Ага. Мама, они такие голодные. Мама. Я боюсь. Да, давай, давай, давай. Мама. Покорми рыбу. Мамочка, они кусаются. Смотри, какая стая плавает, смотри какая. Блин, давай, давай, засовывай. Засовывай мне, ногу. Мне скорее. Морально очень тяжело. Давай, давайте, говорят уже на русском, говорит, давай, давай, я давай. Боюсь. Они так нападают, это какой-то ужас. Не, Ром, давай, давай ты, а. Чего, я не могу. Нет, мне просто нет. Покажи ты, как смелый, чувак. Нет, это не смелый. Покажи ты, как смелый. Ну, Ром. Да не буду. Ну давай, ну покажи ты, как смелый. Чего ты прикалываешься, что ли? Ну я боюсь, ну покажи, как надо. Носки, видишь, блин, как никто на диване. Покажи, потом наденешь, давай. Ну, Ром, вот, хорошо. Я засуну ногу и вытащу ее, хорошо? Нет, засунь, 10 минут не будешь сидеть. 10 минут держать. Я посмотрю, вот, потом за двоих заплатим. Вот, засуну, видишь? Ой, больно? Неприятно. Не, давай, давай, садись, давай, 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 садись, давай. Да не хочу, мне не нравится. Давай, садись, давай, 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 давай. Как пиявки обвились. Давай, давай. Я, кстати, это не засняла, давай еще раз покажи. Давай. Ой, да нормально. Да не больно же. Не-не-не, давай, короче. Не больно же, давай. Значит, не больно. Давай быстрей. Корми рыб, они просто голодные. Накорми своими волосатыми ногами их. Блин, ну ты вообще, короче, сейчас телефон туда уронил, короче. Не надо. Телефон не надо туда ронять. Блин, а? Давай, Су, чего ты? Щекотно. Да прикольно, ты чё? Щекотно. Чё, не больно? Ну-ка, да, я тоже теперь попробую. Мне щекотно, я, короче, я не готов. Да ну подожди, Ром. Я боюсь щекотки, ё-моё. Да нормально, подожди ты, пусть это чистые ноги зато будут. Давай, суй. Блин, я боюсь, я не могу морально. Мне щекотно, я боюсь, мне щекотно. Щекотно, блин. Вот это достанешь. Давай, давай, давай. Нифига себе, чуть-чуть, блин. Запихивай, давай, давай, давай. Давай, чуть-чуть. Давай, чуть-чуть. Должен кто-то. Щекотка, короче, нафиг. Должен кто-то рыб кормить или нет? Мне не нравится, мне щекотка. Блин, я боюсь вообще. Я сейчас, я камеру боюсь этого. Я камеру. Давай, стой, уже не бойся. Я боюсь, я сейчас камеру со страху выеду самое. Мамочка! Вон, люди вон засунули, вон как. Нормально. Нифига себе, нифига себе, смельчаки. Блин, нифига себе, мы боимся. Ром, давай, это не страшно. Давай вместе, ну давай вместе. Ну смотри, терпит же нормально. Ну нормально, давай, прикольно же. Давай. Лапочка, нормально. Давай, 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 да ты, ё-моё, давай уже будь это с людей. Давай, мадам, 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 давай. Вон люди, вон спокойно сидят, короче. Да вроде не больно. Мамочка, как они облепили, они голодные такие. Ну, больная, мадам, ну, ладно, все. На
самом деле я все прикинулась. Мамочка! Ты говоришь, что не щекотно же? Ну, они щекотные, реально. Я тебе говорю, не щекотно, а я еще щекотки боюсь, блин. Они правда щекотные. Ну, нет. Щекотно, очень щекотно. Они, знаешь, на что похоже? На что? Такую вибрацию, такую мелкую-мелкую вибрацию. Смотри. А вы говорите, я боюсь. Я же говорю, я не боюсь. Ноги как будто волосатые такие. Нифига себе, такая мелкая вибрация такая, да, совсем не больно, очень сильно щекотно как бы, но терпимо. Больше страшно смотреть на это, на этот ужас, а не знаешь, как будто это, блин, я не знаю, жесть, как бы лепили. Как будто они такие, давай тоже садись. Мне не нравится, я не люблю щекотку, блин. Ну, знаешь, это полезно, типа. Мне не нравится щекотка. Блин, это такой прикол. Такая, как будто мелкая-мелкая такая вибрация такая, это самая, как я не знаю, прям совсем ни капельки не это, не больно, щекотно, пяточку кто-то теребит. Зай, главное, щекотно. Где на это? Ну. Съехали. Мои ноги вообще облепили. Да, тут вообще, видимо, этих не кормили вообще. Ж давно не кормили. Я сначала хотела сесть в то окошко, но мне показалось, что здесь как-то удобней так это, ну. Я думаю, здесь их, мне кажется... А, тут мне показалось... Две вот эти штуки. Наверное, больше людей думала садиться здесь, и больше их кормят, короче, ага. Это самое. Вообще жесть. Как щекотно вообще. Как люди так спокойно сидят, блин, нереально вообще щекотно. Это, конечно, позор. Взрослая тетенька всего боится и кричит, как сумасшедшая. Смотри, к верхушке присосались больше, да, как вот это? Ну, да не-не-не, они, короче... Руку хочешь сюда засунуть? А можно? Не знаю, но для ног вообще-то. Смотри. О, нифига, они руку тоже обкладывают. Вот руку не так страшно. Не, на самом деле не страшно, не так щекотно руку, как это, как ногу. Достань такую губу. Смотри, а если я ее поймаю вот так пачканную? Сейчас меня за руку возьмут это 100 бат. Большая рыба вцепилась мне прям в палец. Там самая такая толстая рыбёха, она меня прям под ноготь куда-то цапнула. Все, теперь я их снова боюсь. Мамочка! Сейчас опять буду верещать, как истеричка. Ты можешь поймать на ладошку и показать на камеру рыбку? Не знаю, сейчас попробую, ты главное камеру не вырони. Ну. Смотри, они больше не хотят на руку цепляться. Смотри. Ну. Смотри, они даже теперь на ноги не хотят цепляться. Смотри, смотри, руку убрала, накинулись. Ну. Вот она большая, я ее боюсь, она самая, короче, большая какая. Мне под ноготь укусило, теперь у меня вся фобия по новой открылась. Я потом еще раз, может быть, сюда приду, так прикольно вообще. Эти меня долго не могли уговорить, думают, блин, какая-то вообще дура какая-то пришла тут, орёт. Интересно, тут часто такие бывают, как я, которые приходят и верещат на все. Я еще, знаешь, почему ноги сейчас сижу вот так вот кверху, а вниз вот так вот не это? Потому что так больше ноги погружаются и так вообще еще больше меня грызут. Ё-моё. Смотри, какие вот здесь отстолпились. Ой, они, знаешь, почему их меньше стало? Они не наелись? Они просто там уже все съели, похоже. Смотри, как они наверху толпятся. Там, где еще это самое, можно что погрызть, короче, да? Вот так вот выглядят мои ноги, когда я их не побрею один день. При
пальцах тоже так же, да? Смотри, да, на руку, на руку. Не, правда, это не больно, не страшно, блин. Вот на руке приятно, знаешь, такое вот эта вот вибрация. На ногах, если щекотно. Можешь поймать рыбку. На ногах щекотно, вот на руке приятно. Успеешь поймать? Не знаю. Показать в ладошки. О, выпрыгнула. Ты не заснял, конечно же. Давайте. Теперь они по памяти, теперь это, не хотят к руке присасываться. О, смотри, смотри. Отлетит сейчас куда-нибудь это на это самое. Блин, так классно. Смотри. Вот эта рука вообще ни разу еще не поедая. Смотри. Вообще, как это страшно выглядит. Да? Поймала. Глистики. Все, они мне теперь не будут верить больше. Уже 12 минут идет запись. Да? Ну мы просто тут полчаса не могли сесть все никак. Ну и 2 минуты мы не могли сесть. Че, ты правда никогда не так не будешь пробовать, что ли? Мне не нравится, я ненавижу щекотку. Блин, это так прикольно. Вот если даже боль, короче, чуть-чуть, да, я готов терпеть, а щекотку я не готов терпеть. Да? Не знаю, я вообще могу все стерпеть, и боль, и щекотки, но, как сказать, не знаю, именно все вот, как сказать. Ну, такая вообще сразу молниеносная щекотка. Просто это такое непривычное, что это самое, не знаю. Сразу вся нога... Короче, ладно, что я отмазываюсь, трус, что я все отмазываюсь, что-то придумываю. Ноги объедают. Объедают да. Ноги. Все ноги мне объели. На чем подъедят, я домой? Подъедят, как пиранью сейчас. На... Достанешь, там один скелет да, останется. Да, там одни косточки. На чем я домой пойду, мне сейчас все ноги съедят. Это выглядит, это страшно, но а так это ощущения прикольные, необычные. Поначалу сильно щекотно, но потом ну, немножко привыкается. Не так сильно щекотно становится. Ну что, будешь вылазить? Подожди, сейчас скажут, когда потом вылезут, когда скажут. Там уже 15 сидят, минут идет. Где-то с ними одновременно. Ой, слушай, точно 15 да. минут? Да. 10 минут, окей? Прошло, наверное, уже 10 минут. Я просто думала, что, может быть, скажут. Тут, наверное, это не скажут. Просидишь 20 минут, с тебя возьмут это самое. Thank you. Полотенчика дали. Смотри, какая красота. Ножки вытереть можно. Так что приходите, если хотите. Да, приходите, да. Прикольно так вообще. Ваши. Такие ноги до сих пор это в такие ощущения вибрирующие. Вот, посидели мы, Ромка говорит, на таймере, уже на камере 15 минут мы там сидим. Вот. Я сначала подумала, ну, по идее, мы же сказали, что мы на 10 минут. Я думала, может, нас предупредят, но там девушка сидела, как бы, ну, смотрела за нами, чтобы мы рыбку не зажарили, не съели, невзначай. Вот, я думала, предупредит, а потом я такая подумала, блин, а вдруг не предупредит, сейчас мы 20 минут тут отсижу, потом скажешь, типа, там, ну, за 20 минут давай, гони бабки. Мы им еще клиентов подогнали двух, на самом деле, такое шоу устроили, так разорались, короче. Я все вокруг орала, стали останавливаться, индусы остановились, американцы остановились. И все смотрели уже, все на уже хотели, уже, да, все уже хотели сами ноги попробовать туда засунуть. Да, показать мне, что это не так уж и страшно. Да, да. Люди мне показали, да. Я смотрю, а блин, они не боятся. Мы не можем даже нормально. На английском объяснить, что нам щекотно, реально щекотно. Ну, Ромке щекотно, а мне на самом деле это больше страшно было, чем щекотно. Странно так вообще, что я так все боюсь, блин, это ну, ладно. Точечку поставим на карте. На рыбок поставим, да, точечку. Да, на рыбок поставим точку на карте, вот он находится прямо на прибрежной зоне тоже, вот, где пляжик, Джомтьен район. Вот, так что приходите сюда себе пощекотать. Но не нервишки, хотя и нервишки может тоже. Ножки.
пощекотать. Да, но я эту щекотку не выдержал, короче. Да, Ромка не выдержал, он слабак, вообще я, слабак. Я могу выдержать, там, не знаю, 2-3 секунды щекотки, но когда так долго, такая затяжная щекотка, это нереально. Затяжная щекотка. Ну да, там правда, поначалу так вообще щекотно, прям, не знаю, ноги хочется вырвать. О, ням-нямки, вкусняшки. Ощущение, кстати, в ногах вот после этого, ну вот, такая прохлада легкая, ну потому что там водичка такая прохладная. И как будто ноги такие посвежели. Наверное, это из-за этого, да, что посвежели. Помолодели или... еще скажем. Помолодели, да. Или просто, может, это, конечно, ощущение от прохладной воды такое. Ну, так вот такой легкости, что ли. Ну, конечно. Вот.